Казахстанское телевидение лидирует по объему рекламы. Больше половины публикаций размещают на экранах как региональных, так и республиканских каналов. Такие данные сегодня озвучили спикеры Астана Медиа Вик. Главной темой обсуждения второго дня крупнейшего медиасобытия стала отечественная рекламная индустрия. О чем говорили эксперты, расскажет Сабина Балашкина. В этом году объем отечественного медийного рынка насчитывает 145 миллионов долларов. В среднем рекламодатель тратит на одного казахстанца около 8 долларов. Коэффициенты неплохие, отмечают эксперты, особенно если сравнивать их с показателями стран Центральной Азии. Однако этого недостаточно, чтобы занять достойное место среди главных игроков рекламного бизнеса. Ближайший наш конкурент – Узбекистан. Объем рекламного рынка там порядка 30-35 миллионов долларов. То есть отрыв очень высокий, и Казахстан в этом смысле, конечно, абсолютный лидер. Если сравнивать Казахстан со странами СНГ, а именно с Россией и с Украиной, то, конечно, мы очень серьезно отстаем от этих стран. Если сравнивать с Украиной, то это 15 долларов на одного человека, в России это порядка 51 доллара. Соответственно, нам есть куда расти, у нас очень большой потенциал. Соревноваться с блогерами, вайнерами за рейтинги не стоит, считают представители информационных рекламных гигантов. Больше 50% казахстанской рекламы размещается на экранах региональных и республиканских каналов. Телевидение занимает лидирующие позиции на медиарынке. Что касается интернета, то на его просторах публикуются только 16% рекламного контента. Очень многие люди задают именно такой вопрос. Просто интернет, об интернете больше говорят. Это модно, это хайп, как говорит молодежь и так далее. Но ТВ есть и, наверное, в ближайшее время останется самым охватным медиа. То есть, если вам нужно рассказать про свой товар или услугу максимальному количеству людей, то пока альтернативы телевидения нет. Однозначно, телеиндустрия не стоит на месте и развивается ударными темпами. На пленарных сессиях медиафорума представители телеканалов и рекламных кампаний обсуждали будущее медийного рынка Казахстана. Зарубежные эксперты уверяют, что у нашей страны в этом направлении есть потенциал, и его нужно наращивать. Сейчас и барьер входа падает в производстве телевизионных продуктов, и там хорошие истории, хорошие идеи часто могут реализовываться на очень скромных бюджетах. Это тоже не всегда так. Естественно, лучше иметь и деньги, и талант, да? Но имея только деньги без таланта, результаты получить сложно. Талант у вас есть, поэтому я бы старался больше экспериментировать, больше пробовать, смотреть на опыт соседних стран, что получалось, что нет, и делать больше проектов, которые будут визитной карточкой, наверное, казахстанских телеканалов. Жаркие дискуссии продолжатся и завтра. Тема обсуждения завершающего дня медианедели станет создание и продвижение контента на популярных видеохостингах. Сабина Балашкина, Жандос Битабаров, Хабар 24.